Сертификат мат-капитала выдадут после выписки из роддома. Теперь сертификат можно будет получить сразу после выписки из роддома на основании полученных при поступлении туда сведений. Информацию, которую предоставит мать ребенка при поступлении в роддом, работники учреждения будут направлять в соответствующие службы. После выписки сертификат о материнском капитале сразу же будет доступен матери по электронной почте. Также при желании его можно будет получить в бумажном виде, обратившись в уполномоченную организацию. Добавлю, что в январе нынешнего года президент России Владимир Путин предложил производить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эти деньги будут получать те семьи, чьи доходы не больше одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе малоимущим семьям выдадут сумму в размере половины прожиточного минимума, то есть около 5 500 рублей. В 2021 году это пособие при необходимости могут увеличить вдвое. Напомню, что в нынешнем году стало известно о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года. Кроме того, начиная с 2020 года размер выплаты будет регулярно индексировать, чего не происходило последние несколько лет. Наконец, одним из главных нововведений стало решение властей выдавать материнский капитал уже при рождении первого ребенка, а не второго и последующих, как было ранее. Таким образом, теперь за первенца российская семья сможет получить 460 тысяч рублей, а за второго уже 616 тысяч рублей. Тем, кто родит третьего ребенка, государство компенсирует 450 тысяч рублей задолженности по ипотечному кредиту. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Увидимся в следующих видео. Пока, друзья!